Привіт, друзі! Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. І як завжди, по середах Миколаївська обласна рада національних товариств спільно з телеканалом «Миколаїв» представляє. Сьогодні у нас в студії голова громадської організації Миколаївська обласна єврейська громада Михайло Гольденберг і кандидат історичних наук, краєзнавець Володимир Щукін. Друзья мои, здравствуйте. Добрый день. Очень рада приветствовать вас в нашей студии, потому что вам всегда есть что сказать нашим телезрителям. И вам, Михаил Давидович, и вам, Владимир Владимирович. Ну а сегодня мы поговорим о том, что совсем недавно, Михаил Давидович, да, состоялась закладка аллеи памяти в селе Богдановка. В селе Богдановка Доманевского района. Мы об этом накануне говорили, о том, что будет происходить такое событие. Ну и, конечно, хотелось бы из ваших уст более подробно услышать об этом. Да, спасибо. Ну, из моих уст можно услышать многое, но то, что касается вот этой акции, которую вы упомянули, то понятно, что эта тема, сама эта акция возвращает нас к вопросу геноцида под названием «Холокост». И эта тема именно соответствует этому месту. По той причине, что в селе Богдановка в годы войны находился лагерь уничтожения. И, именно непосредственно в селе, да? Да, на окраине, на окраине этого села. И, кстати, это место... Это были коровники, свинарники. Да, там именно, и да, там держали людей. Да. Это свинарники именно были. И люди были собраны из Одессы. То есть те, которые на тот момент еще оставались неуничтоженными после пожаров в складах, как вы знаете, там были, из Румынии, из Молдавии и из Винницкой области, из части Винницкой области. Их свозили до станции Березовка, и оттуда более 100 километров гнали пешим ходом туда. Это место было выбрано. По декабрьской погоде, очень суровая была зима 41-го года, с детьми, женщины престарелые. Больные. Это все пешком. Все это происходило вот на этом участке земли, где мы собрались для проведения этой акции. Там погибло в Богдановке 54 600 человек. Это написано официально в документах, это написано и на памятнике, хотя мы прекрасно знаем, что по дороге больных пристреливали, а детей... Падали. Они падали, да, детей вообще... Потом румынская власть давала команду крестьянам окрестных сел убрать, да, где-то закопать. Да. И количество вот тех, кто погиб по дороге, оно вообще... Оно даже вообще оно не затерялось, да. Да. Это речь идет о десятках тысяч. И, между прочим, если мы уже говорим о количестве, то нередко возникает вот вчера в интернете от одного из наших общих знакомых, живущих сегодня в Канаде, значит, поступил вопрос имена. Есть ли имена этих людей, которые там были уничтожены? Последнее такое фундаментальное проникновение в архивные документы было в 2006 году. Наталья Сугацкая, тоже кандидат исторических наук, которая на тему вот геноцида руками румынских фашистов искала, подбирала материал для своей диссертации, она мне рассказывала, что там поименного списка нет. Даже фрагментов нет, фамилий, имен. Ни в румынских, ни в немецких документах. Да. Может быть, в тех документах, которые в Германии еще что-то удастся когда-то найти. Вы знаете, я вот сейчас, это я бы не назвал это отступлением, но как бы немножечко вектор иной хочу запустить в нашу тему. Вот с самого начала, когда мы говорим об этом, вот вы, может быть, не обратили внимания, но я, говоря об убитых, говоря о геноциде, я ни разу не произнес слово «еврей». Нет. Ни разу. А как, разве здесь Почему? Можно говорить «евреи»? Или... Это ведь люди. Вот, это ваше видение человека цивилизованного, культурного и понимающего смысл вообще трагедии, потому что... Речь... Когда убивают людей, как можно делить их вот на национальность? Об этом я и хотел сказать. Это люди. Как правило, вот когда речь идет о Холокосте, говорится и вспоминаются надписи, вот убито столько-то евреев, столько-то. И, на мой взгляд, вот эта повторяемость и вот это слово,
как бы нивелируют вот то, о чем вы сказали, как бы нивелируют и абстрагируют от понятия человек. Конечно. Потому что за каждым из этих миллионов, а всего было уничтожено 6 миллионов евреев, за каждым из них стоит родня, стоит какой-то нереализованный потенциал, стоит просто боль, а не родившиеся страх. Дети, внуки. Да. И для того, чтобы понять, вот насколько это страшно, я имею в виду ненависть и неприязнь к человеку определенной национальности, то есть вот насколько вот эта ксенофобия порождает просто бесчеловечность, достаточно просто себя, вот сегодняшняя погода, кстати, позволяет немножко это представить, просто на себя надеть эти одежды людей, обреченных на смерть, в каких-то обносках, в необутые достаточно, шли люди по холоду, по морозу к собственной смерти. Но они еще надеялись, когда шли. Это то спасительное чувство, которое, ну, иногда придает силы для борьбы, а иногда просто подавляет какую-то инициативу. Ну, авось Бог спасет, скажем так. И вот мне очень важным было вот вставить вот эти несколько слов для того, чтобы отодвинуться, убраться от конкретики национальности, и чтобы понимание того, что это человек, понимание того, что это утрата, насильственная гибель, причем ни одного, ни двух, а миллионов. Насколько это страшно, насколько страшна сама расовая теория, которая привела к тому, что существуют высшие расы, привела к пониманию людьми. Существует теория о том, что есть, да, высшие расы. Она, и да, она существует и, к сожалению, применяется сегодня в разных, так сказать, интерпретациях, да, и на разных территориях, в разных местах. И она воспринимается. И вот это самое страшное. Не поняв и не почувствовал, к чему это может привести, причем для любого народа. Для любого народа. Мы не сможем приостановить вот движение и течение вот этих идей и этих замыслов. Вот. Но я думаю, что можно... И поэтому, Михаил, вы и придаете такое значение сохранению памяти, потому что те события, казалось бы, давние, но они эхом звучат сегодня. И ведь может повториться все. Сегодня кажется, что это чудовищно, но много чудовищного происходит. Мы очень долго повторяли заклинание: это не должно повториться, это не может повториться, это невозможно. К сожалению, события в мире, они сегодня показывают, что человечество не так далеко отошло от тех событий и от той идеологии. И вот вы знаете, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали до начала передачи вот вопрос, который мы, по-моему, даже и в прошлой нашей встрече затрагивали. Это то, что почему нужна эта повторяемость? Почему нужно об этом говорить и повторять? Вот, допустим, достижения техники передаются из поколения в поколение. То есть малыш, маленький ребеночек уже с детства получает клавиатуру или iPad, и он уже видит это достижение, оно уже входит в него, неотъемлемой частью его жизни, и в дальнейшем он изучает, углубляется, это его увлекает самого. Доступ к информации появляется. Вопрос же этики, культуры таким образом не передастся. Этому нужно постоянно обучать, это нужно воспитывать, вот этот термин, да, который мы уже употребляли, что этика не кумулятивна. Она не передается, то есть вновь появляющийся на свет ребенок не держит в себе те знания предыдущего поколения о культуре поведения, о самой цивилизации, о ее достижениях и о недопустимости того или иного действия. Поэтому это все требует большой работы уже старшего поколения с младшим. И вот эта память, о которой Владимир Владимирович говорит, она и должна быть обязательно составной частью воспитания. Составной частью, потому что сам по себе Холокост – это не есть трагедия еврейского народа, это есть трагедия человечества. Та трагедия, которая должна именно вот по той причине, о которой я говорил, передаваться из поколения
поколения, как составная часть воспитания. Давайте все же расскажем о том, что конкретно происходило в Богдановке. А может быть, сначала посмотрим, господа, как вы? Вполне возможно. Да? Да, я тогда попрошу нашего режиссера, будьте добры, покажите нам, пожалуйста, фотографии. Вот они уже появились на экране. Да. Михаил Владимирович. Вот это Михаил Чёдорович, Димитров присутствовал. А это юное поколение школьников богдановских и Доманёвского района в майках, которые привез с собой человека, о котором мы скажем. Владимир Владимирович был на экране, Чернявский, Валерий и Марьяна. Вот Михаил Федорович выступает, он открывает это. Вот здесь Митя Быков, инициировавший это. А это директор школы Поспелов Алексей Владимирович, запомните его, мы о нем скажем. Человек. Мы о нем скажем. Это возложение цветов после молитвы и зажжения свечей. Главное. И вот самое главное, посадка, посадка этой самой аллеи. Вот это Митя Быков со мной. Мы садим эти деревья. Ну и вот это николаевские ребята, молодежь, подростковый клуб возле самого памятника. И вот это вот аллея, которая, в общем, превратилась... Которая, в принципе, полита кровью, да? Но земля, да, пропитана кровью. Она вся пропитана. Вот это Митя Быков, о котором мы сейчас скажем обязательно. Выживший в этом. И вот дети Богдановской школы, которые начали этот митинг минутой молчания, стихами, посвященными вот этому торжественному моменту. Мы несколько раз повторили имя Митя Быков. Вы упоминали его и на прошлом, на одном и, из наших, да, прошлых эфиров, Михаил прошлых, Давидович. Да. Даже обещали, может быть, привести его, но, да, к сожалению, друзья, к сожалению, Митя, да, Быков уже улетел. А что же это за человек? Да, что это за человек? Это человек, ныне живущий в Соединенных Штатах. Он одессит по своему происхождению территориальному. И он попал в полуторагодовалом возрасте, он попал со всей своей семьей, как он рассказывал, 33 члена семьи. 33 члена его семьи, ну понятно, там и бабушки. 29 члена семьи всего, а 29 туда погибли. Погибли там. 29 погибли, и четверо остались. Это он, его сестра, на 5 лет старше, мама и бабушка. Они остались чудом, остались живы. И его вот все эти долгие годы вот преследовала мысль о необходимости вот как-то, ну, эту память как-то... Пройти по этой, да, земле. И пройти. И главное, что он нашел 127 человек, которые тоже смогли спастись именно... И вот имена здесь их восстановлены. Он этих... с ними лично, конечно, очевидно, общался. Ну, во всяком случае, этот список у него есть. Но, кстати, и такие люди и в нашей Николаевской области есть. Вот в Первомайске вот Эстер Пиньевна Кильман, она уже умерла 3 года тому назад, ее муж жив еще. То есть на нашей территории тоже остались следы, вот именно люди, которые спаслись и были там. Но вот эта идея, как бы вот увековечения памяти вот от себя лично, внесения какой-то лепты своей личной памяти, у него трансформировалось вот в создание такой аллеи памяти. Но он хотел 127 деревьев, но когда мы нарисовали эту карту, когда я стал просчитывать интервал между деревьями 5 метров во все стороны, когда эта площадь у меня заполнилась точечками, то оказалось, что это не аллея, что это будет целая уже, роща. Это уже парк, роща. Это уже, да. И вот мы, вы видели собравшихся там людей, вот мы после митинга вот высаживали эту аллею, конечно, так было очень... Все это он за свои средства... Вот эти деревья, да, да, так, да, все-таки, да, 120, да, то, о чем... 127, да, 127 деревьев. 127, то есть это именно это количество деревьев по и было посажено. По количеству, да, вот, спасших. Вот как в память... Да. От выживших. От выживших, да. И мы выбрали именно Ясеня по той причине, что вот директор этого национального парка Буйский Гард сказал, что здесь лучше всего приживаются дубы или ясеня. Вот мы остановились на ясенях, и вот здесь я договорился с зеленхозом, и эти деревья они доставили в
Богдановку, и там, и вот здесь тот момент, когда нужно упомянуть вот того же самого Алексея Владимировича, директора школы, который, ну, я считаю, что он просто сделал, ну, чудо сотворил, потому что там нужно было привести в порядок эту площадку, нужно было выкопать эти, ну, механическим образом, но это нужно было все сделать. Эти подготовить. Подготовки, конечно, да, все. Почву нужно было, и песок, и воду. То есть вот, и все на таком уровне было подготовлено, вот просто не было никаких таких, заминок, которые обычно бывают, вот просто удивительно. Ну да, там приехали, нет лунок, да, или нет воды. Все на месте, вплоть до того, да, что цистерна с поливом. Да, то есть все, конечно же, и наши слова благодарности прозвучали и ему лично, и селянам, которые подключились к этому, и школьников. И школьникам, да, и работникам, и преподавателям школы. Они вот все были. Да. И, конечно, основной результат этого – это сама создание самой аллеи. Ну и еще и то, что к этому всему подключились дети. Дети и молодежь. Из Николаева приехавшие, они реально из Доманевского. Они реально в этом участвовали, причем не по обязанности. Ну, бывает, да, действительно, бывают мероприятия, когда добровольно-принудительные. Да. То есть они могли, да, вот шел митинг, они могли чуть-чуть отстоять и уйти, никто не ушел. Хотя было холодно, был ветер, детям. Да, да. И вам, конечно, как организаторам. Они, да, вот эти дети, я думаю, запомнят этот момент. И это вот то, о чем мы перед этим говорили, это сохранится в них. И я почему-то надеюсь, что они это передадут, эту память. И вот эта волнительность этого момента. Меня особенно поразил такой эпизод. Совсем маленькие ребятки. Три человека, вот они детскими лопатками, да, Митя держал дерево, они его засыпали старательно так. Да, это был момент, это было очень здорово, очень трогательный момент. Из Одессы приехали бывшие узники, там есть региональная ассоциация, и они, значит, там был один даже человек, который спасся в Богдановке, и вот они приехали, так сказать, тоже прикоснуться к этой святой земле. И вы знаете, я вот для себя отметил два таких положительных и важных момента вот по завершении этой акции. Ну, вообще мы говорим о трагических, о болевых моментах жизни вообще, в принципе. А немного оптимизма мне придало пару вещей. Одно – это то, что вот такие люди, о которых я сейчас сказал, богдановки, то есть лишенные вот этого меркантильного подхода к любому вопросу, особенно к такому важному, и то, что они так искренне этим занимались и подключились к этой работе, это одно, это надежду. Действительно, это включает какую-то надежду на хорошее будущее. Как минимум этих людей. И второе, это то, что вот мы встречаемся и с Владимиром Владимировичем вот здесь, на этой студии, с вами, и встречаемся, ну, не очень часто, но тем не менее, мы говорим на наших встречах о работе наших организаций еврейских, о программах, о различных праздниках, о различных мероприятиях, которые происходят у нас, о книгах, у презентации разных книг, и все. Ну, кстати, да. Да, и сейчас Владимир Владимирович скажет о презентациях. Я просто хочу завершить, что вот это тоже момент оптимизма, связанный с тем, что все-таки окончательное решение еврейского вопроса, которое... В понимании Гитлера. В понимании Гитлера, в общем-то, не произошло. Мы живем, мы трудимся, и мы мыслим, мы планы строим и их реализуем. И вот по одному из планов... Об этом чуть-чуть позже. Я все-таки немножко о своих впечатлениях об этом событии. Я говорю «событие», потому что мне вот по отношению к тому, что произошло, не хочется употреблять там слово «мероприятие», да, и даже «акция», потому это что это отдает некой казенностью и официозностью. А вот как раз то, что происходило, оно было начисто этого лишено. Это было здорово.
это было, ну, просто по-настоящему дух захватывало, потому что, ну, не было такого вот официального казенного пафоса, а все это было действительно, ну, вот, как движение души, так, как должно на самом деле быть. И вот мы говорили в самом начале об именах. Я хочу напомнить, мы уже приводили, очевидно, этот факт. В 2013 году у нас издана книга была большая «Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны». И там мы впервые попытались собрать вот этот вот, насколько возможен, список имен погибших. То есть и там опять же впервые была дана общая цифра. Общая цифра, это по моим подсчетам, она не менее 200 тысяч. И по этому поводу как-то в интернете был комментарий, да какие 200 тысяч, в Николаевской области столько не жило евреев до войны. Действительно не жило. Действительно не жило, потому что те, кто погиб в Богдановке, это не николаевские евреи. Их туда пригнали, но как Михаил уже, да. Михаил Жиждамидович говорил о том, что со всех, да. По сути, в румынской зоне оккупации в основном погибли не николаевские евреи, но это территория Николаевской области. И получается вот такой парадокс, что погибших евреев в разы больше, чем их проживало реально на территории Николаевской области до начала войны. И возвращаясь к именам, и вот у нас получился список чуть больше 5000 человек. Это то, что нашли по воспоминаниям, список по документам. Имен, да, людей. Список погибших. Угу. На территории Николаевской области это и румынская зона, это и немецкая зона оккупации, всего. И давайте поставим 200 тысяч и 5 тысяч. И, к сожалению, вот за это время, после того, как книга вышла, ну еще где-то десятка-полтора имен мы нашли. По воспоминаниям, по прочим, по документам каким-то, ну, как вы видите, он существенно не прибавляется и уже не прибавится. То есть эти имена мы уже каждое имя вспомнить не сможем, потому что не сохранилось документов. Они гибли целыми семьями. Здесь 33 человека семьи, 29 да, погибло. 29, вот соотношение. Поэтому мы их должны помнить без имен, к сожалению. К сожалению. Ну, а теперь об, так сказать, вот эта капля оптимизма, что жизнь продолжается, жизнь еврейской общины продолжается. Мы активно ведем исследование истории, так сказать, проживания евреев в нашем крае. Она очень длительная. Мы очень ее активная. Начинаем, да. Начинаем вообще с первых дней существования нашего города и заселения нашего региона. И вот завтра в областной научной библиотеке имени Гумилева в отделе краеведческой литературы будет презентация новой книги «Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии». Ну, это, на мой взгляд, интересное и необычное, в общем-то, исследование. Оно целиком на документах. И суть в том, что еще до начало вот этой войны, о которой мы сегодня говорим, словосочетание «еврей-крестьянин» и «еврей-земледелец», оно было нормальным и естественным. По уху никого не резали, вообще, да? Никак. То есть сегодня это некая экзотика, этого не может быть, в общем-то. Вот как раз об этом эта книга, что они были очень успешными, вполне успешными земледельцами, и работать им приходилось очень нелегко, осваивая вместе с другими народами наш край, и за это мы им должны быть благодарны. И опять-таки история этих земледельческих еврейских колоний, она ведь прекратилась в 1941 году. С началом войны. Да, потому что жители этих колоний были полностью поголовно уничтожены немецкими оккупантами. То есть исчезла культура, традиции, культура вот этого. И после войны они уже социума. Не возродились, как конечно. Еврейские колонии. Исчезли даже названия, они были заменены на более, так сказать, удобоваримые и понятные. И таким образом, вот когда сегодня говоришь, что еврейские земледельческие колонии, ну что вы, такого не может быть, в общем-то. На самом деле это было. Да. Это было. Это полтора столетия существовало. Это полтора столетия эти люди жили и работали здесь у нас. Вот об этом эта книга. Так что
13 часов. Завтра библиотеки всех я приглашаю в областную библиотеку, где мы будем представлять эту новую книгу. Это действительно, Владимир Владимирович, это просто потрясающе, что столько времени существовало на нашей земле, существовали еврейские поселения, где люди трудились, где люди растили. Занимались сельским хозяйством. Детей. И вот на этом пространстве, пространстве было уничтожено. Вот это... И насколько обеднела сегодня наша земля, и, наверное, и мы обеднели, потому что... Целый пласт культуры ушел. А как вы полагаете, к возрождению уже дороги нет? Возродить их как еврейские колонии едва ли сейчас уже возможно. Но потомки колонистов сегодня живут по всему миру. Они живут в Израиле, они живут в Америке, и вот отписывают очень много, они ищут свои корни, и, может быть, эта книга... А возрождение идет несколько в иных формах, в иных направлениях. Видите, Михаил Владимирович, возрождение идет, но идет немножечко в других формах. Время диктует. Но главное, что В Израиле такое явление, как кибуц, оно возникло не случайно. Если бы не было этих колоний, если бы не было вот этих евреев, крестьян, опыта сельскохозяйственного труда, не было бы этого. Вот. Такая оптимистичная нота. И это очень здорово, что мы на такой оптимистичной ноте будем заканчивать наш эфир, но у каждого из вас, дорогие друзья, есть по одному слову для наших телезрителей. Владимир Владимирович, только очень быстро, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что память не исчезает. Память не исчезает, она возрождается по-разному, как бы это ни хотелось кому-то забыть и замолчать. То есть всему приходит свое время, и хотелось бы, чтобы вот это время собирать камни, оно пришло побыстрее и оставалось с нами подольше. Я думаю, что оно уже пришло. Да, память наша хранит все, и хорошее, и плохое, и особенно... память о том, чего не должно повториться. Я думаю, что эта акция будет этому содействовать. Будем надеяться и будем твердо быть в этом уверены. Друзья мои, спасибо большое. Господа, сегодня у нас в гостях были глава общественной организации Николаевская областная еврейская община Михаил Гольденберг и кандидат исторических наук, краевед Владимир Щукин. Це була розмова на тему. На все добре.